Авария произошла в станице Еременской на перекрестке улицы Ленина и Красной. Дороги в этом населенном пункте практически не загружены транспортом. Сам перекресток имеет хороший обзор и оборудован знаками приоритета. Тем не менее, водители допустили столкновение транспортных средств. Предварительно водитель 99-й модели, которая сзади, он, выезжая с второстепенной дороги, не уступила дорогу водителю КамАЗа, который двигался по главной дороге. В результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель ВАЗ-21099, а им управляла женщина, скончалась на месте. В салоне находились еще четверо пассажиров, в их числе двое детей. Они госпитализированы. По предварительной информации инспекторов ГИБДД, в этом дорожно-транспортном происшествии один погибший, пострадали трое человек, один из которых ребенок. Водитель КамАЗа не пострадал. Транспортное средство принадлежит частному лицу. На данный момент ведется уже работа следственно-оперативная группа, которая выясняет степень тяжести и последствия вины каждого водителя. Очевидцы говорят, что в легковом автомобиле находились учителя и ученики сельской школы, которые возвращались из клуба после проведения праздничного мероприятия в честь Дня пожилого человека.